Итак, по всему торжественному случаю, в присутствии некой осиротевшей шляпы, фрагменты Бильбо Зонга! Hey! Но я и впрямь ничего не помню. Подбила, что в Бильбо. В Бильбо? Да, в Бильбо. Лучше места Солнцити не найдет. Каждый вечерным столбом танцы-шванцы, пьянки, драки, карты, кости. Все, что может получить бедняк за грош. Если вы однажды там побывали, как не важно, показался вам хорош. Ой, определился там рекой на господь. Тебе прям здесь понравилось?
хозяин. Скажите, кому вообще предназначены все эти ваши проповеди? Ведь это ж не для нашего брата. Да вы посмотрите на эти рожи. Да. Кажется, у меня проблемка. Вы ведь к тому же еще не самая крепкая. Нет, конечно, это даже как-то трогательно, верно? Я смотрел в свой телескоп всю Вселенную.
Бога там не увидел. Вот так. Ну так я скажу, в телескоп нельзя увидеть Бога. Для этого нужен другой инструмент. Так глазами нельзя услышать даже самую прекрасную музыку. Даже если бы это был Рихард Вагнер. А ушами нельзя увидеть даже самую прекрасную картину. Ни Рембрандта, ни Рубенса. А почему, спрошу я вас? Потому что для всего нужен свой инструмент. И не только. Он еще должен быть правильно настроен. А может, вы хотите чего-нибудь? Виски? Нет. У нас вы виски не получите. Послушайте, господин Крейгер, вы ведь гораздо значительнее, чем мы все. Как я выгляжу? Я могу выходить в таком виде? Ты не выглядишь, как глава среднего чиновника. Ты выглядишь, как... Да, из публичного дома. Мамаша Пуф! Из Мандалея! Давай, мамаша, бой! Помнишь Бандершу из Мандалея? Бандершу Годеману налей, ха! Ах, какой там был порядок и комфорт! Море синее стучит борделю в борт, и стучат часы в руке у ней. Не один ведь пилился в Манделей. Здесь народ такой, что поискать. Здесь людям на деньги наплевать. Главное, чтоб был во всем порядок. Если ты застрял у девки обормот, браунинг достают и в дверь стреляют. По порядку очередь идет. Джонни, скорей, Джонни, скорей. Это песенка про город Манделей. Я тебе все-таки спою. Нет ночлега, готов к просветлению. Но посадить господ
которые могут пойти в роскошный отель. За божий стол у плохонькой елки. Ведь это что-то значит. Все тут такое дешевое. Я давно это хотела сказать. Ведь если в дело ничего не вкладывать, что из него получится? Если радость закающегося грешника, который предположительно сильнее, чем тысяча праведников, демонстрирует трехгрошовый оркестр и пять статистов, это не производит впечатления на грешника, так как он привык слушать в истории джаз-бэнд. Если ваши небеса не способны затенить историю, то они не столь притягательны. И потому они никакие не небеса, так как публика не дура. А как раз эта публика, эти люди и нужны нам. Добрый вечер! Такое преступление и виновных нет. Господин комиссар, а вы не хотите ли расспросить Билла Крекера по делу папаши? Он не виновен, господин комиссар, он совершенно не виновен. Ну как? Билл! Господин комиссар, дело в том, что я ничего не могу доказать до тех самых пор, пока папаша не восстанет из мертвого. Папаша! Добрый вечер! Час расплаты настал. Это насилие! И я ухожу. И предательства должны быть наказаны. Судьба приближается неотвратимо. Сэдди! А теперь мы с тобой обручимся. Ну, мне надо подумать. Деньги у нас тоже есть? Откуда? Швейная работа по ночам. Решено. Осанна, осанна, Рахели, руки в воду, осанна капиталу, осанна выше власти непрезренному металлу. Чтоб тарелку супа в рот добыть для бедняка, Осанна, осанна, щедрость.